Всем привет! С вами канал Art Money. И сегодня мы с вами будем делать мороженое. Для этого нам понадобятся вот такие вот сливки. Она у меня уже открытая. Предыдущий есть ролик, как мы взбивали эти сливки. И также обзор на эту коробочку, на эти сливочки. Вот, то есть все там рассказывается, как мы там взбивали, все. Вот. Пускай лежит здесь. Также нам понадобятся уже взбитые охлажденные сливки. Ну, не охлажденные, холодные. Лопаточка вот такая. Силиконовой формы для мороженого. Кстати, это из фикс-прайса. Также для нее палочки, чтобы потом вы как-то ели. Вот. Так, эти палочки мы с вами продеваем вот тут вот немножечко. Вот так вот, но оставляем. Сначала засунем наши с вами сливки взбитые, а потом проденем дальше. Опа. Вот. И третья палочка. К сожалению, те палочки, которые были изначально на этой силиконовой формочке, они очень мягкие и просто разваливаются. Поэтому мы кладем другие. Так, вот она, смотрите. Такая прям нежная-принежная. И мы сюда вот накладываем. И стараемся, кстати, заложить еще за палочку немножко. Кстати, здесь у меня просто взбитые сливки с сахарной пудрой. Ничего больше я там не добавляла. Так, продеваем. Чуть-чуть ее подвигаем туда-сюда, чтобы точно уж. Представляете, будет обидно. Вытаскиваете мороженое, а сзади палочки пусто, ничего нету. Вот, теперь мы с вами отправляем в морозильную камеру. Я отправлю на всю ночь, и завтра с утра уже мы с вами попробуем нашу мороженку. Посмотрим, что же у нас получилось из взбитых сливок. Я думаю, получится очень вкусно, потому что сами взбитые сливки очень похожи на пломбир. Очень такие прям мягкие, нежные, вкусные, нежно-сладкие. Прям такие они ароматные, прям вкуснятина. Снова всем приветики. Наше мороженое, которое осталось у нас на всю ночь. Оно заморозилось. Кстати, такое вот остается у него не гладенькое оно. Не знаю, правда, каким оно должно быть. Давайте попробуем. Его вытащим. Также нам понадобится еще тарелочка. Вот такая тарелочка сегодня красивая у меня. Давайте попробуем. Интересно. Я его достала прям вот только-только из морозилки. Еще даже не дала ему остыть. Оп. Опа. Так.
Когда, кстати, я сделала мороженое, а уже позже у меня пришла в голову идея, что можно было мороженое, кстати, разнообразить. Можно было, допустим, вот тут помазать шоколадом, потом сверху также залить. Можно сгущенкой вареной, как вот есть мороженое самарское. Кто пробовал, наверное, оно со сгущенкой можно вот чуть-чуть положить, полить, например, чуть-чуть, да, там вареная или какая-то, я не помню, сгущенка. Или карамель, там я сейчас не помню. Потом сверху наложить, можно разнообразить мороженое как угодно. Но все это, конечно, мне пришло в голову уже попозже. А, с этой стороны, смотрите, хорошо положилось мороженое, льво, вернее. Мы с вами так старательно его намазывали. Довольно прям так. Оно холодненькое. Тут вот как будто вот шарушками такими ходит. А здесь это вот оно уже на мороженое становится похожим. Давайте я его сейчас попробую откусить, чтобы понять, какое же оно получилось, как мороженое или все-таки как лед. Пробуем. Эти оно по вкусу напоминает мороженое. Прям, знаете, вот такое вот молоко, 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 прям вот мороженое. Но откусывая больше, наверное, хотя процентов, наверное, на 30-50 ко льду. Ну, не настолько оно откусывается, здесь даже видно немножко, что оно отломилось. Может быть, нужно немножечко подольше подождать. Так вот его буду держать. Здесь прям вот оно тоненькое легло. Может быть, чуть-чуть, да, нужно подождать, но по вкусу прям, знаете, вот напоминает мороженое, прям вот такое вот явное мороженое. Ну да, то, что вот оно кусается, сложно. Процентов, наверное, 30 ко льду. Ну, как вот как лед, он не кусается, да, как-то больше ломается. Но, в принципе, вкусно. Немножечко, мне кажется, сахара я добавила. Мало можно было, вернее, сахарной пудры при перемешивании. Можно было добавить побольше. Кстати, как я его перемешивала, у вас там будет отдельный ролик. Он будет в конечной заставке, он уже вышел. Вот. Ну, в любом случае, я думаю, все мамочки, девушки, все знают, как это можно перемешать. Вот. В принципе, мне понравилось. Мне кажется, получилось мороженое и проще сделать своему ребенку именно вот такое вот мороженое. Такие, кстати, формочки фикс прайс я покупала. Летом, по-моему, они каждый год почти приезжают, и можно их найти в магазинах, то есть фикс прайсы, которые какие-то дальние в вашем городе. То есть их можно найти в других городах, там, в селах, может быть, каких-то вот можно. Ну или похожие какие-то найти, а палочки уже собирала. Потому что там были какие-то тонкие, пластмассовые, плохие. Вот тут не особо, кстати, тает. Вот, получилось бы, конечно, мороженого побольше. Можно, я думаю, что такие палетки две могут получиться. Две или три, там, или две с половиной, вот как-то вот так. Сделать ребенку нормальное мороженое, без всяких Е-добавок. Чисто вот на таких сливках это очень вкусно. И, кстати, вкус мороженого прям очень-очень напоминает. Но чуточку нужно было все-таки мне послаще. По-моему, я добавила даже 2 столовые ложки сахарной пудры на 500 миллилитров. Можно даже, наверное, 3 столовые ложечки было добавить. В следующий раз буду знать. Я, наверное, предложу своему ребеночку такое мороженое. Я думаю, что он согласиться. И, конечно, вкусы вы можете придумать какой угодно, совершенно разный, разнообразный. Очень вкусно, просто бесподобно. Вот оно уже стоит у меня 6 минут, в принципе, оно уже кусается. Еще немножечко, и оно уже начнет, я думаю, таять, ну, таять со всех сторон постепенно, как мы это с вами любим, растаявшее мороженое. Вот. Вкусы придумайте сами. Напишите, кстати, в комментариях, какими вкусами вы делали мороженое, если делали. Или, может быть, вам пришли в голову, какие, что и как. И в следующий раз мы с вами попробуем, сделаем с разными вкусами. Мне кажется, будет вам это очень интересно. На сегодня это все.
Смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку 3 годика уже. Также смотрите наши обзоры на технику, на продукты. Также на мороженое там есть. Также у нас есть мастер-классы, живопись, фоны для вашего компьютера или телевизора. Интересные, очень хорошего качества. И много-много всего интересного есть на моем канале. Обязательно подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, которое уже выйдет завтра. Пишите комментарии, ставьте лайки. И с вами был канал ArtMania. Всем пока-пока!